Поздравляем, конечно же, с днем рождения, с потрясающим таким уже взрослым юбилеем и вкуснейший мед. И мне тоже тоже. Спасибо большое, мне тоже. Никто не увидел. Пока никто не увидел. Ну, на следующие игры я тоже обязательно приду. Друзья, давайте поаплодируем громче, громче, громче. Естественно, отличные национальные игры продолжаются. Заказ. Вообще Александр Койфлот. Первые наши игры закончились. Вторые тоже обязательно будут. А сейчас все ваше внимание на... Друзья, ну что ж, прямо сейчас мы вновь разворачиваемся к главной сцене, потому что прямо сейчас у нас очередное выступление потрясающего артиста, который уже готов выйти на эту сцену и дарить свое творчество. Приготовьтесь аплодировать максимально громко, потому что перед вами молодой и талантливый исполнитель, любимец публики абсолютно всех возрастов. Аслан Хакумачев, ваши самые громкие аплодисменты. Громче, громче, громче! Спасибо огромное, Хабу Рапсо. Я вот Айджирис Ворот. Шампись. Пойдем, Дзюба не поехал. Не поехал. А кто вместо него? А вот мог бы быть ты. Да, лет через 10. Ну ладно. Ну что, прямо сейчас второй вопрос нашей викторины, и он тоже очень и очень интересный. Я не знаю сейчас. Соберитесь, пожалуйста. Итак, руки сейчас здесь. Предпоследний. Уже посложнее. Вопрос нашей викторины. Да, ну очень хорошо, смотри, смотри. Папа.